А вы вообще знаете, откуда появилось слово «брыли»? Я его тоже нет. И что самое обидное, нету одной такой волшебной таблетки, которая вас избавила от этой проблемы. Причины. Ваша осанка, сидячий образ жизни, проблемы в грудном отделе позвоночника, шея, перенапряжение мышцы платизмы, которое стянуло ваше лицо вниз. Причина – мышцы. И нужно с ними работать. Нужно прорабатывать каждую мышцу, чтобы избавиться от брыли, начиная от шейно-воротниковой зоны. Я хочу убедить вас в том, что работа с мышцами эффективно позволяет бороться с возрастными изменениями, такими как брыли, например. Проходите мой экспресс-курс, от брыли он вас не избавит, я говорю сразу. Это комплексная и полноценная работа под моим контролем, но тем не менее ваши первые результаты вы сможете получить. Курс стоит 199 рублей, буквально 10 минут упражнений и массажа позволяют освежить лицо и привести его в хороший вид уже за 10 минут. Проходите в комментарии, первая закрепленная ссылка приведет вас к этому курсу.